раньше с этими молниями драться шли. Лопа, бля. Ща бы раскол... Это
что там мне такое вообще? Сейчас глянем. Походу не было тут ни хера. Ну и лады. Чё на? Это чё там мне такое вообще? Чё на? Ну реально, ну вот, блядь, опять ни хрена. Ну-ка, чё там за бежухина? Тут же чё-то было, стопудово тут. Выпусти нас, прошу. Выпусти нас. Парень, выпусти нас. Не оставляй нас тут. Не бросай нас, слышишь? Не бросай нас, пожалуйста. Открой клетку. Не бросай нас, пожалуйста. Не бросай нас, слышишь? Выпусти нас, парень. Ты ведь не бандит, сразу видно. Хоть еретик ты. Но мы за спасение твоей души молиться будем, сколько проживем. Спаси тебя, Бог! Молитва — это, конечно, хорошо, но хотелось бы тебя отблагодарить посущественней.
Ладно, есть в терминале одна комната. Мы туда запретные вещи рыбе на очищение приносим. Вот, возьми ключ. Ты и так грешник, а тебе там точно что-то пригодится. Себя! Тебя ведь Силантия анафеме предаст! Не предаст, если ты не скажешь. Или ты предпочел бы здесь умереть? На их ножах? Нет, нет, конечно, не скажу. Ну, дадим ему чуток оклематься и на мост с божьей помощью. Да, говорим ему. Mm-hmm.